Всем моим сюжетом с тобой, я Колди. В этом ролике ты видишь мою реакцию на третий сериал Мисс Марвел. Надеюсь, он не будет таким же скучным, как и прошлый эпизод. Приятного тебе просмотра. Что это? Мне показался ли был глич-эффект в интро Марвел? Скорее всего, это просто ошибка видео на сайте. Кстати, заметьте, что музыка интро Марвел, она совсем другая. То есть ранее такой не было вообще. Хм, 42-й год. А что если нам покажут ту самую бабушку, но только молодую? Где она нашла этот камень? Ну, не камень, а браслет. По крайней мере, это очень похоже на это. Как-то не похоже на бабушку, но... О, нашла браслет. Да, все-таки я был прав. Такая она изях сняла. А Камала там все пыталась, только спустя какое-то время получилось. А у нее так за раз получилось, за секунду просто. Снять браслет. Ну ладно. О, легенда 10 колец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, легенда 10 колец. Ничего себе. Нифига. Правда, я не помню, что были такие иероглифы, но окей. Почему? Ладно, окей, хорошо. Прикольная такая мини-отсылка. К мандарину, к жизни человеку. Три. И к Шанчи, безусловно. Аша, we don't know what this one bandit will do. А что, если все погибнут, а только она выживет? We have to try. Не, ну все-таки они не попробуют, реально. То есть она наденет браслет и попытается их как-то спасти. О, а я не помню, кто это. Это ее мама? Я просто не совсем помню. Скорее всего, это ее мама. Мама Камалы. А та, которая... А та, которая находится рядом с ней, это, походу, и бабушка. Классно. Красивый эффект прям. Мне очень нравится. Начало неплохое, мне нравится. Ты это видела? Лично, как мне это кажется, в данном моменте она увидела то же самое, что увидела Камала во втором эпизоде сериала Мисс Марвел. Ну, то есть она упала и увидела мир предков, ну, который фиолетовый мир, если кто помнит. И Камала также говорила, а вы, ты видела? Вот, в этом моменте она, видимо, что-то увидела. Видите, у нее глаза фиолетовые. Вот, ты это видела? И Камала говорила то же самое. Она хотя бы знает, куда они ушли. Ну, наверное. За секунду до. Аиша была в другом измерении, как и мы. Она имеет в виду про фиолетовое, что ли, измерение? Изгнали. Да, разгадки к пути домой. Нет пути домой. Ладно. Не обращай внимания, мы тут сотни лет. Кого? То есть они как вечные или что? Я не понимаю, она ее бабушка или она просто ее знакомая? Кто она для нее? Я просто не совсем понимаю. Напиши в этом в комментариях, пожалуйста. Теперь понятно, почему они сохранились так хорошо. Они используют какую-то силу Нур. А что если данное измерение называется Нур? Или этот свет, который она выпускает из рук, называется Нур? А, так она даже ее не знает. Она даже говорит, и вообще, кто вы? Типа, как мне вас называть? Кто мы? Наверное, она не бабушка, просто какая-то знакомая. Знакомые бабушки. Кландестины. Угу, понятно. Понял теперь. А, не-не-не. Их называли Анджнаби Мадженур. Незримые. Но больше всего мы известны как джинны. Ничего себе. А вы помните, что в прошлой серии сериала Мисс Марвел, во второй серии, брат Камала заходил в ее комнату, чтобы спросить, не вылетела ли она джинов? Помнишь? Она такая, нет, ты че, мне не 12. Не. А потом включил светильник. А оказывается, вот такие джинны. Это люди, которые имеют какую-то силу. Ой, а как они ее получили? Ладно, смотрим дальше. О, мне показалось, или там был жизненный человек в интро Марвел? Не, ну интро Марвел, она опять другое. Вот, человек-муравей, Халк, какая-то лягушка.
Да. Жизнь человек. Кстати, о, а не отсылка ли это к Железному сердцу, к сериалу? Вполне может быть отсылкой. Почему нет? Такая маленькая отсылка в виде зарисовки в интро Марвел. Вот, жизнь человек, а вот сердце. Железное сердце. Отлично. Мне кажется, что это отсылка. Тут еще есть Капитан Марвел. Не, все же это новая интро Марвел, да. О, кстати, слово Бисмила. Бисмилах. Там. О, это, видимо, ее собака. Я отлично в сериале ее вообще не видел. Я в плане фотографии. Блин, классно. С каждой серии интро Марвел изменяется. Это очень классно. Мне кажется, что этот кадр интро Марвел уже был в прошлой серии, но, может быть, мне просто кажется. О, волнуется за нее. О, они называют ночным светом? Ну ладно. Джинтоник. Бабайка в детских кошмарах. Ну да, по факту, да. Прикольная у него квартирка, какая уютненькая. О, ТикТок. А что если данное видео реальность ТикТока? То есть Марвел просто зашла в ТикТок, написала «Мисс Марвел», увидела популярное видео и просто его добавила в фильм, в сериал. А, нет, не, не может быть такого. Хотя, все возможно. Не, ну вот начало неплохое, мне очень нравится. То есть, если тогда мне просто было скучно смотреть, то сейчас мне нравится. Хотя посмотрим, я же еще сериал даже ничего не досмотрел толком. Мне показалось, ли она на миллисекунду посмотрела в камеру. Не, тут понятно, она смотрит в камеру, это понятно. Я про другой момент. Вот видите, она вела глазом на камеру прям, когда она двигалась. Жалко, что в данном кадре, где она смотрит ТикТок, не написано, сколько лайков. Хотя, может быть, у меня просто плохое разрешение экрана. Ну, разрешение фильма, я имею в виду. Поэтому тут и замазано, и не видно. Еще свет. Идиотское прозвище. В данном кадре есть рисунок Камалы, где она нарисовала себя в костюмчике Мисс Марвел. Ну, Капитан Америка, это уже неудивительно уже в этом сериале видеть. Так что ладно. Dude, bro. Чувак, бро. А что если в данном подарке может быть... маска. Не, ну лично я думаю, что там маска ее будущее. Ну это как, знаете, это как в суперсемейке. Вот такие вот масочки. А что если он знает, что это она и есть, мисс Марвел? Давай открывай, там маска, давай. По-любому маска, по-любому, отвечаю. Ну точно не ботинки, хотя все возможно. О, я угадал, это маска. Прям в точь-в-точь угадал. А выполнено довольно-таки профессионально, как по мне. Хотя я не знаю. Кто-то их звал джиннами, а другие — демоны. Почему демонами? Они что, были плохими? Такого еще не слышал. Вот я в этом сомневаюсь. Прикольный такой намек на прошлый сериал, где она упала. Прикольно, я тут думал, она бессмертная, типа, ничего не будет ей. Кажется, вот, Аленка заболела. Никола Тесла. А что если она исцелит свою рану с помощью браслета? Было бы прикольно. Сколько времени прошло, или типа он сразу сказал, что женится, и такой сразу же через час уже начинается. Почему мы ранее ее не видели? Почему ранее брат Камала не знакомил ее с семьей своей? Хотя, может быть, он и знакомил, просто нам это не показали. Ну, по крайней мере, я этого не помню. Вот, типа, Халк. Вот знаете, прошло уже больше половины, и мне все очень нравится смотреть, мне очень интересно, мне прям все нравится, нравится сцена, нравится подача музыки, все нравится. Понимаете, мне даже скучно не становится. А напиши лично ты в комментариях, тебе данная серия понравилась? Для тебя она не была скучной? Напиши в комментариях. Ревнует? Камала, they're coming after you. They're so nice to me. Can I? I'll just go talk to them, okay? They're not here to talk. They'll kill everyone. You have to get. Куда они реально злые джинны? Не, ну молодец, что он хотя бы ее предупредил. Молодец. That's too easy.
А зачем бабушке или знакомой Камалы убивать всех, кто находится здесь? Зачем? Зачем? Не, ну Камара молодец, что он ее предупредил. А Мобыша молодец. Уже помешал. Это кто? Это смерть. Это смерть. Он не выживет после такого. Это все, это смерть моментально, все. Зачем ее тут трогать? Ты что? Зачем? Или ты, может, ты знаешь, кто она? А, Нанс, скорее всего, он знает, кто она, и поэтому он хочет ее убить. Но зачем ее убивать, если можно ей манипулировать, чтобы она им помогла? Зачем ее убивать? Еще одна. Маньячка идет. Я хочу посмотреть, как он его ударил. Походу, они все джинны. Ну, скорее всего, он не убил, а просто какая-нибудь травма или, не знаю, хотя все возможно. Даже можно от этого удара умереть на самом деле. Зачем было трогать? Зачем? Нет никакого смысла убивать кого-то тут. Бля, я сам чуть не охерел, сам чуть не улетел. На, бля. Мазила, смотрите. Вот эта женщина в зеленом промазала, смотрите, что. Хотя был отличный момент, где она могла попасть по ней. Смотрите. Смотрите. На! Промазала. Но скорее всего это просто актерская драка, где пытаются никого не тронуть. Якобы. Сейчас такой весь пол сломается, да? А, да, реально. Мне такие резкие сцены, прям не успеваешь это, следить за всем этим. Стоп, а куда она исчезла? Почему он ударил картон? Так, вот она попала сюда, да. Вот он размахивается, а она все еще лежит. Картон, так, ну ладно. Не, ну родители Камалы должны понять, что она сделала это не специально. Точнее, не просто так. Я даже не подозревал, что они плохие. Ну так обычно в фильмах и бывает. Когда кто-то прячется, а смотрит не туда, а потом посмотрит туда, где она пряталась, и она исчезла. О, прям как жизненный человек из Мстителей Войны Бесконечности также что-то там сделал, и там костюм появился такой из алмазной брони, а у него появился какой-то кинжал или что это. А, это не кинжал, это молот золотой какой-то. Испугалась. А не больно? Мне кажется, что после такого, как бы, травма, ну, если она упала и у нее потом коленка бобо, то после такого удара она по-любому там в больницу попадет. Хотя, по-любому с ним будет все нормально, отвечаю. Понимаете, она даже спиной разбила кирпичную стенку. Ну или что это? Что-то. Я не шарю в составе данной стены. Так. Ну хотя бы получилось броню делать. Молодец какая. Опа-на! Она повторяет трюки, которые делал Мордо, повторял трюки. Во! Как будто с ней ничего не стряслось. Она тут стенку разбила своей спиной. Пролетела там 10 метров, как бы. Да. Знаете, бывает просто нелогичная ситуация, например. Ну ладно, она упала, разбила коленку. Это окей. Это хорошо, окей. Это классно. Вот. Но когда она разбила своей спиной стенку кирпичную, как бы. И то есть вы хотите сказать, Марвел, что с ней будет все нормально? Марвел. Конечно! Бля, с ним все нормально. Слушайте, бля, мне как-то страшно даже за него стало. Вы слышали, как он ударился? Это просто жесть. Он что-то сломал. Он точно не умер. Не, ну будет не круто, если он умрет. Он нужен в сериале. Вот смотрите. На. Ой. Мистер, мне уже поняли, самому стало. Бля, это не смешно. Вообще-то, я хочу сохранить этот персонажа, он хороший. Блин, ну я надеюсь, что он выживет, я надеюсь. Хотя нет, он жив по-любому. Наверное, рукой стряслось больше ничего, видимо. Не повредил, скорее всего. Классно.
Ну, нормально бы человек навряд ли бы выжил, особенно после падения с первого этажа с 120-килограммовым существом. Навряд ли бы он выжил после такого падения, когда на него тем более упал еще этот шкаф. Вот каким образом она поможет, если они хотят ее убить? Как? Как она им поможет, если они пытаются просто убить всех, кого они видят? Даже ее. Это очень странно. Поезд. И что, почему тут поезд? Карачи. О, до ДК, который был в Женщине Халк, прям те же самые костюмы. Ну, конечно, с ним не все в порядке. Я бы в этом моменте сказал им просто правду, что так-то так-то, у меня тут браслетик, я тут это супергероиня, как бы да. Они бы, наверное, бы ее поняли. А, нет, это все-таки ее мама. Знаете, она как Питер Паркер, который имеет суперспособность, но при этом не говорит своей семье. Кто он? Ну, это чтобы они не волновались, так что, да, тоже можно понять. Ты видел поезд? А, то есть она тоже видела поезд? Походу, бабушка все понимает, она знает, что это она. Ну, по-любому, 100%. Ого, обои Капитан Марвел. Везде абсолютно. На стенке, в компе, на телефоне. Сразу видно, фанатка прям жесткая. Что ж, это было классно, классный сериал. Он был не скучный, как нежели прошлый сериал. Мне он понравился, прям 10 из 10. Мне понравилось, все. И музыка, и подача, все, абсолютно. Не, ну кадры тут одинаковые в субтитрах, так что я думаю, у них даже нет смысла смотреть. О, кадр с Мстителями, прикольно. Это логотипы из Мстителей Финал. Хотя нет, все-таки мне кажется, что тут новые кадры. Было бы прикольно, если бы у Бруно тоже были бы способности. Классный парень. Здесь тут не будет субтитров, скорее всего. Да, ну, жалко, конечно. Да, жалко, что нет субтитров. Ладно. Что ж, это было классно. Мне все понравилось, абсолютно все. Вы у меня уже все услышали, что мне понравилось. Вот, я думал, блин, опять будет еще одна скучная серия. Думал, бля. Но оказалось, нет. Было очень даже весело. Даже бы я даже боялся за персонажей. То есть это классно. Классно, что в фильме, в сериале у меня есть переживания за кого-то. Это классно, это прикольно. Конечно, бывают нелогичные моменты, но их было тут меньше, чем нежели в прошлой серии. Ну, нормально, ничего страшного. Хотя было бы классно, если бы в следующей бы серии, в третьей, она бы упомянула бы про свою спину. Типа сказала, ой, я там, ну помнишь там Бруно, я там это в стенку врезалась там, в кирпичную. И, ну и вот, у меня, короче, спина болит. Помоги. Было бы классно. Буду очень рад, если ты этот ролик вышлешь твоим друзьям. Мне правда очень нужна твоя поддержка. Буду рад, если ты оставишь свой комментарий внизу. Спасибо тебе огромное за просмотр. С тобой был я, Колди. И еще увидимся.